Добрый день еще раз. Запишу небольшой отзыв о нашей первой встрече, первой сессии. Честно скажу, я шла на первую встречу обычно как ознакомительная, да, ничего такого особенного, просто рассказать о себе, да, познакомиться, вот. Но получила я на самом деле очень-очень много, даже то, чего я не ожидала. Я много говорила, да, вы меня слушали, мне это было приятно выговориться. Вот, давно я так вот не рассказывала искренне, честно, прям всю свою историю кому-то. Вот. И для меня было очень удивительно, что медитация в конце, которую мы делали, она настолько попадала во все мои боли, прям вот в яблочко, так сказать. Вот. И я отношусь к медитациям таким, которые люди проводят на сессиях, ну, скептически могу сказать. Вот. Но в этот раз я вообще была в шоке, потому что все, что действительно вы говорили, оно попадало вот именно в яблочко. И мне отзывалось это внутри, я много плакала прямо во время медитации. И, конечно, что еще мне понравилось, это то, что были затронуты самые важные для меня темы родителей, силы рода, моих детских травм, каких-то отношений с одноклассниками, каких-то, в общем, непроработанных моментов. Вот. И все это было подано очень так с любовью. Вот. И мне это было важно, потому что, конечно, это все очень тяжело переживать. Если это вот так вот с места в карьер, да, вот, но в этот раз это было настолько мягко и нежно, что вот я очень благодарна вам за эту первую, всего лишь первую сессию, поэтому очень жду наших следующих сессий, вот, и еще раз спасибо.